Всем привет, с вами Аурум, и очередная новость сегодня по поводу турниров, которые скоро-скоро, вот-вот, очень-очень прям скоро начнутся в игре Clash Royale. Давайте сделаем точно так же, как вчера, я вам зачитаю то, что нам написали разработчики, ну а потом мы будем это все по порядочку разбирать, ну или по ходу, посмотрим. Итак, они пишут: «Теперь, когда вы узнали, что мы думаем о турнирах из части первой, мы дадим вам разные практические советы. Создание. Участие в турнире ничего не стоит, а вот за его создание придется заплатить кристаллами. Чем меньше турнир, тем меньше его стоимость. Мы знаем, что у всех свои предпочтения, поэтому хотим, чтобы у вас было много вариантов для выбора. Стоимость турнира становится его призовым фондом, превращаясь в турнирные сундуки. Чем больше мероприятия, тем больше призы». Ну, здесь, в общем-то, все понятно. Как бы, чем меньше турнир, тем меньше бабок мы должны забашлять за его создание. Многим это вообще параллельно, потому что мало кто будет их создавать. Но, с другой стороны, такие люди, как я, стопудово будут создавать турниры, потому что, наверное, это моя обязанность в каком-то смысле будет. Ну и плюс эти турнирные деньги будут делиться между всеми игроками. Ну да ладно, сейчас я это все зачитаю. Продолжая тему включенных, мы хотим, чтобы на турнирах было много победителей. Призовой фонд распределяться будет таким образом, что примерно половина игроков всего турнира, оказавшаяся ближе к верхушке списка, получит турнирные сундуки. Но, конечно же, победителю достанется самый большой сундук. И тут, внимание, спойлер! В больших турнирах победитель сможет выиграть сундук с безумным призом — 15 тысяч карт! Плюс в сундуках больших турниров будет множество эпических и легендарных карт. Ребят, 15 тысяч карт! 15 тысяч! Это же, блин, больше большего, да? То есть это нереально много. Но опять же, это какой-то большой грандиозный турнир. Мне даже страшно представить, сколько будет стоить такой турнир реализовать и вообще, точнее, организовать, да? Но опять же, давайте дальше. Баланс. Одновременно можно участвовать только в одном турнире, но вы в любой момент можете покинуть один и присоединиться к другому, хотя и потеряете свое продвижение в покинутом турнире. Но помните, что вы не сможете присоединиться к другому турниру, пока открываете турнирный сундук. Это сделано для того, чтобы между турнирами был небольшой перерыв, благодаря которому у вас не пропадет запал, а еще так игроки не забросят обычные поединки. Одновременно у вас может быть только один турнирный сундук. Он не занимает места в четырех обычных ячейках. То есть, ребят, на халяву поучаствовать во множество турнирах просто не получится. Опять же, разработчики здесь не говорят, будут ли они сами какие-то турниры грандиозные, глобальные организовывать, чтобы никто не тратил гемы. Ну, мне кажется, что желающих потратить гемы будет очень много, но до конца непонятен механизм, каким же образом, то есть какой смысл будет создателю организовывать турнир. Он же реально башляет гемы и уходит как бы в минус. Ну окей, ютуберы, еще какие-то общественные деятели, но остальные рядовому игроку какой смысл будет создавать турнир? Ну ладно, надеюсь, когда-нибудь мы это все дело, в общем-то, узнаем более подробнее. И последнее. Они пишут: это только первая версия турниров. У нас есть множество идей для улучшения этой возможности, но мы хотим сначала запустить пробную версию и посмотреть, как она зарекомендует себя. Как только вы ее опробуете, у нас появятся первые отзывы и станет понятнее, на что следует обратить внимание. Мы очень хотим узнать ваше мнение на форумах или еще где-то там. Я не понял, что такое Reddit. Вот, до встречи на арене, команда Clash Royale. Чтобы подытожить все вышесказанное, мне в целом все очень нравится. Хотя, опять же, кроме каких-то точных цифр, например, в больших турнирах победитель сможет выиграть сундук с безумным призом 15 тысяч карт, ничего конкретного вообще здесь не ясно. То есть не дают нам еще Supercell понять, что же, как же это в целом будет происходить. Мне, например, непонятно, какой смысл игроку будет тратить гемы на создание турнира. Насколько я понял, это будет один игрок, который должен забашлять немаленькое количество гемов на открытие сундуков. То есть мне кажется, что они это еще объяснят, потому что они должны каким-то образом мотивировать людей создавать турниры. Плюс я более чем уверен, что они сами будут организовывать турниры. Ну, то есть
будут какие-то, знаете, то есть кто-то организовывает, и будут турниры, которые организовывает сам Supercell. Вот, поэтому, в принципе, мне все очень даже нравится, особенно количество призов, плюс мы еще не знаем ничего по поводу баланса. Будут ли правила дружеского боя распространяться и на турниры? Всем, вот с кем я общался, все говорят, ну да, зачем же они тогда нужны? Конечно, они будут распространяться, но мне кажется, Supercell хитрее нас, и они что-то еще здесь намутят. И видите, они не дают нам полную картинку, поэтому мне кажется, что завтра мы услышим еще одну какую-то, еще один какой-то спойлер по поводу турниров. И, ну, опять же, если их полностью не введут. Короче, я очень сильно предвкушаю эти турниры, очень хочется поучаствовать, очень хочется посмотреть, как это все будет проходить. И плюс очень, как бы, обнадеживает вот эта фраза, что это только первая версия. Они запустят как бета-альфу-версию эти турниры, посмотрят, как они пройдут, послушают наши отзывы у них в комментариях, наверное, на Фейсбуке, потому что русских ютуберов они никогда не слушают. Вот, и потом уже будут каким-то образом это все дело улучшать. Короче, ребят, ждем турниров, возможно, еще завтра будет какая-то новая информация. С вами был Аурум, надеюсь, эта инфа вам понравилась точно так же, как и мне. Подписывайтесь на канал и всем удачки!